Мы стоим, переживаем, очень волнуемся. Первый раз на этой сцене вместе мы тусуемся. Вы красивые такие, вас сегодня не узнать. Нам еще лет эдак 10, вас придется догонять. Я тоже буду выпускник, еще чуть-чуть и стану взрослым. Я прочитаю много книг, найду ответ на все вопросы. Я выучу 500 баб и миллион стихов в придачу. Я докажу 100 теорем, решу все сложные задачи. Я продолжу твои начинания, уважаемый мой выпускник, и своих расширяя познания. Соберу все оценки в дневник. Я в столовую молочную кашу тебя буду есть на обед. На пальце твоей разукрашу нарисованные ручки стрелы. Постараюсь и тебе старшеклассника достойную смену быть, чтоб и нас, и красивых, и смелых в нашей школе, родной, не забыть. Мы прекрасно понимаем ваши трудности сейчас. За окном весна в разгаре, мой экзамен у вас. Пожелаем вам успехов на пятерке сдать ЕГЭ. И родную нашу школу прославляйте мы везде. Точно знаем, зритель, вас есть персона высший. Журналисты, банкиры, менеджеры, командир. Продавцы, барышевщицы и народные артисты. Скрипачи, строители, а еще родители. Мы хотим!